Спектакль под названием «Люди-разбойники» из Кардамона поставили для поддержки детей и взрослых с ограниченными возможностями, то есть для всех нас, как говорят студенты колледжа искусств, которые устроили танцевальный флешмоб в честь премьеры. Мы входим в межрегиональный проект для детей и взрослых с ограниченными возможностями. А дети с ограниченными возможностями и взрослые – это мы все. Люди-разбойники из города Кардамон. Постановка спектакля переносная и сможет поместиться на любой сцене. А его главное новшество – это конструкция-трансформер, которая погружает зрителей в атмосферу настоящего волшебства. Например, одним несложным движением вагон трамвая может превратиться в мясную лавку. Это такая история, в которую картинки из жизни сказочных персонажей, где есть разбойники, которые в конечном итоге сами попросятся, чтобы их арестовали. Почему? Потому что они не хотят больше разбойничать, чтобы не делать плохое. Это город добра. Вот такой Кардамон, как пряность, город добра. В зале аншлаг. И, к слову, спектакль порадовал как детей, так и взрослых. А главными героями пьесы управляла интернациональная команда из бурят-монгольской группы. Какого персонажа вы сейчас играете? Можете рассказать о нем? Мой персонаж, его зовут Каспер. И он на протяжении спектакля вот в таком вот маске, как разбойник. И в конце спектакля он снимает все это. У нас в спектакле три разбойника. И он самый старший, самый смелый и командует всеми. Ну а пока город Кардамон уже открыл свои двери и ждет всех гостей. Следующий показ спектакля пройдет 5 февраля. Чингис Ачиров, Юрий Шабаганов, АТВ.